Всем привет! Вот это видео у нас с крыши, как муж обрабатывает плесень. Плесень здесь очень хорошо видно. Смотрите, какой еще такой нюанс. То есть на балки были положены доски для наращивания, чтобы утеплитель потом положить на 200. То есть и это дало еще больший толчок к плесени. Между досками плесень, доски в плесени, балки в плесени, хотя... Кровельщики нас утверждают, что балки, они, и мы это видели, они обрабатывали. Значит, плохо обработали, недостаточно. Кровельщикам в свое время было предложено арендовать закрытое помещение для качественной обработки балок, но они нам сказали, что этого делать не нужно, что все будет хорошо. Так что даже самые специалисты, которых вам рекомендовали, могут оказаться совсем не специалистами, а лишь всего лишь любителями, или, как говорит мой папа, самодурщиками. Да. Халтурщиками и самодурщиками. Вот, поэтому такой ошибки больше не делайте. И смотрите, еще такое внимание, мы сейчас покажу вам. Значит, смотрите, у нас балки, и под ними, да, то есть получается набиты доски. Как нам сказал квалифицированный специалист, который любит дерево и работает с ним очень много лет, так делать категорически нельзя, потому что со временем, через несколько лет, 5, меньше, больше, дерево начнет выталкивать саморезы. И если у вас будет, предположим, навесной потолок или просто фанера, не знаю, все что угодно, да, у вас эти доски могут отвалиться, либо саморезы могут проткнуть ваше покрытие потолочное, да, поэтому доски мы кладем на балки со стороны чердака. Вот, и по поводу утепления сразу скажу, пока муж обрабатывает, значит, мы сверху, то есть, доски снимаем, кладем их сверху на балки. Сверху будут засыпаться стружкой с известью. Ну и добавим туда цемента. Вот, это даст прочность, это даст то, что влага будет впитываться в стружку. Не будет скапливаться, да, чтобы доски дальше не гнили. Ну и у меня появится шикарная возможность отдекорировать балки, которые будут уже видны. Потом мы покажем, что мы с ними сделаем. Ну вот смотрите, вот так вот муж обрабатывает. Обрабатываем мы очень хорошо. Поливаем, не жалеем. Да. Если у вас есть сениш-отбеливатель, добавляем сениш-отбеливатель, добавляем пропорцию 1 сениш, предположим, 1 литр сенижа, 3 литра воды, ну и можно еще литр белизны. Мы делаем так, хотя нам сказали, что это перебор, но мы решили переборщить, зато плесень уходит замечательно. Вот, во все щелочки, все боковиночки, абсолютно все обрабатывают тщательно. Верхние балки тоже мы будем обрабатывать на всякий случай. И, значит, ждем сутки. Через сутки вы увидите конечный результат того, что получается. Если где-то вы увидели, что чернота осталась, берем кисточку, либо также вот такой вот распылитель садовый, ну, можно кисточкой во время экономии, да, чтобы сэкономить, можно взять кисточку. И вот эти вот недоработанные места мы с вами, кто-то по мне ползет, дорабатываем. Вот ко мне кто-то ползет. Вот, значит, после этого еще ждем сутки, проверяем. Досочки должны быть все беленькие. Там, где образовались синева, это нормально. Вот, и после этого мы доски все водичкой поливаем, щеточкой грубой обрабатываем, да, стряхиваем с них всю пыль, все, что вот лишнее на них есть, какие-то опилки. Любимая, двигайся, иду чистить к тебе. Вот, вот так вот, ребята, все. Спускайся, пожалуйста, дышать этим не рекомендую. Пока-пока.